Кто звал его мудрец, кто прозорливец, он жил в уединении от людей, но шли к нему сомнениями делиться, или за советом каждый божий день. Он ближнего в беде спешил утешить, подарком или словом подбодрить. При этом называл себя он грешным, и все гостинцы мог передарить. А по соседству жил монах заблудший, который все завидовал ему. Никто не приходил к его лачушке, не спрашивал, зачем да почему. И вот решил над ним он посмеяться, поймал на поле бабочку монах. И, усмехнувшись, он спросил у старца, живая или мертвая она. Расчет был прост, коль скажет, что живая, то он ее ладонями прижмет, а мертвая так полетит порхая, когда монах ладони разомкнет. Узнают все, какой он прозорливец, ликуя сердцем, предвкушал монах, а старец за монаха помолился и с грустью молвил: «Все в твоих руках».